Сказал нет. Хватит ныть. Да ладно, Нейтан, хоть раз. Все девчонки из класса идут, и я не поздно обещаю, ну правда. Мы теряем время, Джоди. Так нечестно. Почему все могут пойти, кроме меня? Я же делаю все, что ты просишь, всегда. А ты не разрешаешь ничего и никогда. Сотый раз говорю, ты не такая, как все, уясни это. Я что, разве виновата в этом? Я хочу просто гулять и общаться, и быть нормальной, пойми ты. У тебя другая жизнь. Пора с этим смириться. Вот так. Я за дверью. Если что, зови. Опять покостить будем, наверное. Вот на гитаре что-то не очень охота играть. Чтоб такое сделать. Какие варианты есть? Шикарные колготки, кстати. Давай, Эйден. Что давай? Можно выйти, что ли? Я вот не помню, если честно, чем тут все закончилось. Хватит, Джоди. Ты ничего не добьешься. Будешь дома. Точка. Это бесполезно. И все? Вот, было что-то, было. Только что я видел что-то. Подожди, что-то было вот здесь. Вот я видел на столе, случайно пролетал. Остыла? Ты довольна собой? Надеюсь. Убирать будешь сама. Хватит, Айда. Хоть все в комнате переломай нахрен, им насрать. Ничего, значит, найдем другой способ. Какой другой? Что? Кто звонит? А где телефон звонит? Да. Она угомонилась. Всю мебель расшвыряла, но теперь пришла в чувство. Ладно. Да, завтра увидимся. Ты ведь простишь меня, Коул? Мне правда очень стыдно. Но ты понимаешь, просто мне это очень нужно. Бартус, привет. Ну, я не знаю, вроде игра уже вышла сегодня, если я не ошибаюсь. Да, я знаю. Отступать уже поздно.
Заперто. Ну, конечно. Наверняка ключ у него, да? Так, иди сюда. Коу. Нам не нужно на Коула переключаться, получается. Просто идем вперед и все. Здорово, Коул. Джоди. Куда это вы на ночь глядя? Мне стало как-то... Мне как-то нехорошо. И мы просто решили выйти... Ну, проветриться. Серьезно? Может, позвонить в лазарет? Нет, не нужно. Я со мной Коул, так что... Да, Коул? Да. Вот. А ты, Коул, язык прикусил? М? Он сегодня весь день страдает. У него же... У него бабушка умерла. Вроде. Коул, нам уже, наверное, пора. Пока. Он сегодня не в духе. За весь день ни слова не сказал. Погоди-ка. Что это с тобой? Коул! Что такое? Господи, это что сейчас такое было? По-моему, я знаю, что это было. Я тебе запретил, а ты не послушалась! Ты понимаешь, какой опасности ты подвергла Коула и себя? Забыла, что случилось в доме Кирстен? Ты знаешь, что может натворить Айден? Знаешь? Я ведь тебя защищаю. Быть такой же, как все. Знаю, Джоди. Знаю. Вас поймали у входа. Подождите, а разве можно дальше пройти? Ё-моё, а как можно было пройти иначе-то? А что я не так сделал? Неоткрытый путь. Вау. Джоди, вставай. А? Что случилось? Одевайся. По дороге объясню. Не понимаю, где там я ошибся. ДПА идет программа по изучению инфрамира, другого измерения. Разработан конденсер, устройство для создания врат в инфрамир. Они открыли проход в мир Айдена? Ночью сквозь врата проникли существа. Мы не смогли отключить конденсер. Все в здании погибли.
Спасателей тоже никто не вернулся. Тебя просят помочь. Я говорил, что ты ребенок, и это слишком опасно. Но они знают, что ты одна сможешь справиться с тем, что лежит за гранью. Если не готова, скажи, я увезу тебя. Не надо. Я готова. Мне кажется, там все равно, ребят, на вечеринку никак не попадешь. Стой, Нейтан, если я не ошибаюсь. Ты чего? Нельзя ей туда идти. Ты в своем уме? Выбора нет. Только она может нам сейчас помочь. Откуда ничего не сообщали? Простите, мисс, вам сюда нельзя. Пропустите. О, извините. Погнали, я готов. Подожди, приказа еще нет. Та девчонка. Какая? Та самая. Это никакой бред. Тут все сплошный бред. Кто ее придет? Ай, дайте пройти, ребят. Все будет в порядке. На что они похожи? Что это? Я от нас что раскрываю. Да просто. Там просто. Конденсер на нижнем уровне. Там есть пульт управления. Это все, что я знаю. Джонни, существа вокруг врат не такие, как Айден. Они из глубин того мира. Мы о них ничего не знаем. Я с рождения живу бок о бок с существом, о котором ничего не знаю. И я справлюсь. Не бойся, я сегодня не собираюсь убирать. Маленько. Не знаю, как ты, Айден, а я боюсь. Что там, Айден? А, спуститься. Так. А куда спускаться? Может, совсем ниже? Тот же самый автор, который Heavy Rain сделал.
Ребята, я игру проходил в 2013 году, я уже не помню много. Столько времени прошло, столько игр уже пройдено. Игра, спрашивает, отличная игра. Отлично. Ходи, там ждет только смерть. Попробуй открыть с той стороны. Я чувствую. Они здесь. Будь рядом, ладно? Окей. Блин, штука вымораживает вообще. Что так коряво работает? Я вызвал спасателя. Они скоро. Thank you.
повезло парню. Как говорил Тревор, wrong profession. Неправильный выбор профессии. Вентиляция. Вентиляция? Еще бы добраться. Ну, Айден, наверное, поможет, нет? Так, вентиляция. В этой игре есть огромный плюс. Она еще... Я начал в нее играть, когда была скачана четвертая часть игры. Ну, мне просто код прислали на скачивание только сегодня днем. Я сразу поставил скачиваться. И что-то скачалось 14 гигабайт из 40 с чем-то там, 41 что ли. Можно было полноценно играть. То есть, как бы играешь, игра параллельно скачивается. Это прикольно. Потому что в основном как бы игры только запускаются, там какое-нибудь главное меню и какой-нибудь трэш показывают. А самой игры как бы нет. Вот здесь вот они очень правильно сделали все. Потому что, ну, если бы я всю игру ждал, пока скачается, я только завтра смог стримить. Энергетический поток, позволяющий нам открыть временный срочно ломать это все дело, проходить здесь. Ну давай, ломай быстрее. Ну что ж ты не ломаешь? Камон. Слушайте, можно же это было как-то сломать, наверное, нет? А, стулом, наверное, да? Вот смотрите, берешь как бы стул и ломаешь им, получается, окно. Возьми же ты стул-то. Камон. Прям вот геймпадом приходится так включать. Куда ты идешь? Ни туда, ни туда, ни туда. Живи. Спойлер? Что значит спойлер? В смысле, о чем ты сейчас? Что я спойлерю? Что я сказал? Сколько игра весит, это спойлер? Пройти. Я думаю, что без тебя, дружок, нам никак.
Нет, нет, нет. Уходи, уходи, пожалуйста, уйди. Тише. Я Джоди. Я работаю с Докинзом. Существа полезли из врат. Существа из-за грани. Я спрятался, но они здесь. Они еще здесь. Вы бегите к лифту. Он заработал. Вы сможете подняться. Ты остаешься? Но ведь эти твари тебя убьют. Я не одна. Смерть ты встретишь одна. Сдохни, дрянь! Сдохни! Не повезло ребятам.
Как я не люблю L1, R1 всякие вот эти вот клавиши, это так неудобно. Они ведь вспомогательные, не основные клавиши. Конденсер близко. Я слышу их с той стороны. Постараемся потихоньку. Может, проскользнем незаметно. Да, холодно. У кого-то должен быть пропуск, если я не ошибаюсь. Нужен пропуск. Черт. Да не, не у него. Я правильно помню, вот, вот у того, по-моему, чела. Как-то выделяться на груди, что ли, вот у этого, наверное, рыбас у меня. Давай, иди. У этого нет. Что, Айден, да? А тут нет никого. Есть пропуск? Почему я пропустил? Похоже, что все-таки без его помощи это нужно сделать. Вот, может быть, тот, который лежит в углу. Да-да-да, вот, нашел, все. Отлично. Есть. Наконец-то.
ты. Что-то интересное. Конденсаторе продолжает расти. Надо выключать его! Срочно! Никак! Значит, попробуем использовать наш шанс. Тут вроде больше ничего интересного нет. Я побегу к пульту. А ты будешь защищать меня, ладно? Окей. Готов. Не, это не концовка, вы что? Даже не середина. Прям минимум на 10 часов.
Хайден, ты тут? Джоди! Зря я тебя туда отправил. Зря. Это я виноват. Боже, как я боялся за тебя. Не дай им это повторить. Если открыть врата, все погибнут. Вы не сняли астральный отпечаток с некоторых трупов. Понятно. Не отключили конденсатор. Вы отключили конденсатор, понятно. А можно его как-то не отключать, что ли? Вы убили ученого, в которого вселилось существо. Нормально. Готово? Да. Коул! Да-да, я записываю. Соберись, Джоди. Скажи, чувствуешь ли ты что-то особенное в этих предметах? Ну что, друзья, вот этим мы займемся с вами завтра. Сегодня будем заканчивать.